Для приготовления печенья нам понадобится блендер. Мы взяли Dream Greenery от Ramit. Закидываем в блендер миндаль. Взбиваем и пересыпаем муку в большую чашу. Теперь в блендере надо взбить кокосовую стружку и лен. Превращаем их тоже в муку и добавляем к миндальной. Теперь в пустую чашу заливаем мед. Закидываем финики, имбирь и специи. Взбиваем несколько секунд, и сладкая карамель без сахара готова. По чуть-чуть добавляем эту массу в нашу муку и смешиваем, пока это все не превратится в плотное тесто. Формируем шарик и выкладываем на пленку. Накрываем пленкой и выкатываем огромный плоский кусок теста. Далее любыми вашими любимыми формочками вырезаем печенье. Выкладываем на поддон и отправляем сушиться. Мы отправили наше печенье сушиться в дегидратор Dream Modern 11 на 10 часов при 40 градусах. Лучше всего делать этот рецепт на ночь, чтобы утром приятно себя порадовать невредным и вкусным печеньем. По желанию можно украсить печенье кремовым соусом. Для этого просто взбиваем в блендере кешью и кокосовое молоко. Ну а при очень большом желании можно посыпать еще и кокосовой стружкой. Приятного аппетита! Попробуем. Круто. Во-первых, печенье сладкое, а глазурь не сладкая. И это какой-то баланс придает. Оно становится идеальным. Плюс без глазури оно было бы более сухим. А кому это надо? Ладно. Встретимся в той части видео, где я буду просить вас подписаться на канал, а я пока, пожалуй, съем штучек 8. Фух. Как вы видите, это действительно очень вкусно. Так что я думаю, это заслужило лайка, как минимум. Ну, а если вы не подписаны на канал, пожалуйста, сделайте это, нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях, какое еще печенье можно сделать. Ну и если будет что-нибудь интересное, то вы обязательно увидите это на канале. Пока!